медицинских целях. В смысле? Именно от тебя я и ждал этого вопроса. Для тупых. У нас проходят в больнице плановые осмотры молочных желез у женщин. А мамочка в отпуске? Для Ненка. Мамочка – это мамолог. Для Лобанова. Мамолог – это врач, ответственный за лечение молочных желез у женщин. Мамочку надо заменить. Есть желающие? Я не сомневался. Но титьки тревожить должен сильнейший. Файт! Как вы себе умудрились лоб тратить? Ну вот, накачали одну, сколько чем. Чем же?